Здравствуйте! Сегодня у нас будет короткий урок. Я хочу показать вам способ закрытия петель при вязании спицами. Он называется исландский. Особенно хорошо он подходит для платочной вязки и жемчужного узора. Вязать его просто. Вводим спицу справа налево. Первую петлю. И за переднюю стенку второй петли мы вот так цепляем спицу, подтягиваем эту петельку и провязываем ее лицевой петлей. Вот так провязали. Видите, у нас две петли перекрестились. Вторая петля провязана лицевой. Мы сбрасываем вот эти две петли с левой спицы, а только что провязанную мы надеваем на левую спицу. Снова вводим спицу в эту петельку, захватываем вторую петлю за переднюю стенку, подтягиваем ее. И провязываем лицевой петлей. Вытянули. Две петли на левой спице мы сбрасываем, а только что полученную петлю накидываем на левую спицу. И все повторяем заново. Подтягиваем вторую петельку сквозь первую, провязываем ее лицевой. Две петли с левой спицы сбрасываем, а новую петельку накидываем на левую спицу. И так мы вяжем до самого конца ряда. Этот способ закрытия петель называется исландский. Просто немного непривычно, а так все просто. В самом конце у нас остаются две петельки. Мы точно так же последнюю подтягиваем. Провязываем ее лицевой, сбрасываем, а дальше мы просто затягиваем петлю и потом ее спрячем. Этот способ закрытия петель называется исландский. Обратите внимание, как красиво выглядит край, закрытый таким способом. Он абсолютно сливается с основным узором. Вязать его довольно просто, поэтому рекомендую для использования. Все, урок окончен. До новых встреч!